На календаре 19 июня. 19 июня 1854 года газета «Самарские губернские ведомости» разместила на своих страницах статью. Вот что в ней сообщалось. Лов рыбы в настоящее время в водах Волги очень изобилен. Преимущественно ловится стерлядь. По временам, впрочем, попадаются здесь белуги весом до 10 пудов. И белая рыбица, которая продается ныне от 3 до 4 копеек серебром за фунт. 19 июня 1900 года «Самарская газета» сообщила своим читателям о том, что в губернской земской больнице для добывания антидифтерийной сыворотки устроили конюшни, в которых содержатся иммунизированные лошади. Вот что писал автор статьи о новом учреждении. Конюшни эти содержатся образцово чисто, но как бы они ни содержались, все-таки жить в них людям нельзя. Если необходимо, чтобы служащие были постоянно около лошадей, можно было бы иначе устроить помещение для этих людей. Ежегодно 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола, а еще сегодня Международный день прогулки и Всемирный день мотоциклиста. В народном календаре сегодня хозяйничает Ларион Прапольник. Наши предки в этот день без дела не сидели, с восходом солнца шли в поле и пропалывали его от сорняков. А во время прополки приговаривали: «Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть». Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Это все, что мы успели вам рассказать о 19 дне июня. Хорошего дня вам и прекрасного настроения!